Всем привет, с вами я, Супер, и это будет посылка, первая посылка пришла. Тут должна быть камера, если не ошибаюсь. То есть, нам отправили, вот, с Москвы, и пришло это всего лишь за 3 дня, город Астана. Астана я тут заклеила, потому что тут фамилия, и я живу, Пильнан Стандарт. Вот. Ну, давайте откроем, во-первых, посылку. Одной рукой я не знаю, как открою. Но будет легко. Но он мне поможет. То есть, нет, я сам лучше открою. Вот как-то вот так должно открываться все. Нет, ну, у меня для этого есть ножницы, в крайнем случае. Открываем. Тут должна быть камера Sony. Я не знаю, именно какая. Но должна прийти все-таки. Открываем. Как распечатано, мне казалось, что тут будет что-то другое. Открывайся, пакет. Вот. Это от маков нет. Спасибо им большое. Вот, маков нет. Самый дружелюбный магазин гаджетов. Вот, маков нет. Вот, если хотите, вот, заходите на сайт. Вот. Открываем. И тут камера. Да, камера приехала. Не знаю, это подзарядник. И сама камера вот тут где-то должна быть. Открываем. Я думала, они коробку привезут, но они вот так привезли. Ё-моё. А зарядник где? Что-то я не знаю. Ну ладно. Вот такая камера. Sony. Да, они ту показывали, которая на картинке. То есть, да. Включение будет. Откуда включение? Янубас. Батарейки есть? Да, есть. Аккумулятор. Это что? А, надо подзарядить, значит. А, все, понял. Вот да, все, понял. Аккумулятор, значит, сюда надо положить. Все. Закрывалка есть. То есть, да. Они еще с чехлом, это все. Большое им благодарность. Я не знал, что они с такой штукой привезут. А я думаю, вообще они с коробкой привезут, чтобы я снял обзор. А, вот, я повар нашел. Все, вот, включилась сама камера. Думаю, полный обзор будет потом. А сейчас я хотел просто обзор посмотреть. Сейчас через нее хомяка сними и все. Да, хомяка я сниму. И на заднем плане еще мой брат. Вот. Вот. Ну, тогда ладно, я с вами буду прощаться, потому что... Обзор будет скоро. Сейчас через это видео он хомяка снимет, в конце видео добавит. Да, в конце видео. Ну, давайте я остановлю запись и покажу новый формат. Ну, значит, я снимаю через эту камеру. Это уже сегодня ночь. Не уходи, хомяк. Ну, ладно, думаю, вы увидели хомяка. Не знаю, тут шум будет или нет. Немножко сниму и закончу. То есть, да. Что я хотел сказать, камера. Камера, в принципе, хорошая, но нету HD. И еще этот адаптер, еще надо при этом прикупать подзарядник для этого, для аккумулятора. Ну, мы его нашли на принтере. И оставалось только адаптер для флешки. А то я видео не смог отправить на ноутбук. Адаптер купили, и все. Салбом. Ну, значит, все, как бы. Хомяка показал. В принципе, неплохо снимает, да, лучше, чем вон та камера, 8,1 мегапиксель, а та была 5 мегапикселей, по-моему, да, 5 мегапикселей, и тут зум 10. Ну, полный обзор будет скоро, так что не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео. В конце картинка про хомяка, все, всем удачи, всем пока.